попросил меня сказать сегодня свои обращения через меня вам. Поэтому я зачитаю. Идут дни, часы. Сегодня я в одиночной камере в тюрьме, брошенной сюда по заказному уголовному делу, явно по политическим мотивам. Мне обещали такие провокации. Мне обещали предательство из близкого окружения. Мне обещали просто подставить под ситуацию, чтобы убрать с поста мэра и исключить из жизни города. Им важно было исключить меня из политической борьбы, которая уже вовсю кипит. Речь идет о выборах в сентябре 2013 года в областную думу нашей области. Я поддерживаю партию «Гражданская платформа», ее кандидатов. На них сейчас оказывается давление. Им сложно, но они герои и смелые люди. Сегодня мне исполняется 46 лет. Я отмечаю свой день рождения в тюрьме. Знал ли я, что мне будут мстить, что меня будут давить, шельмовать? Да, знал. Знал ли я, что это будет вот так, по беспределу, в таком объеме? Нет, не знал. То, что нас давили более года, вы это видели сами. А перед самым началом выборов меня изолировали от людей. Сегодня я лишен свободы, работы, общения с вами, лишен интернета, телефона, газет. Я сижу в одиночке, но я не сломлен и готов к политической борьбе, к защите себя и своих позиций. Здесь меня беспокоит, как чувствует себя моя родная дочь и мама, как развиваются наши городские программы, парки, дороги, дворы и другое. Как все это переживает народ. Здесь меня называют политическим узником. Знаю, что меня будут пытаться сломать, но я выдержу. Знаю, что буду пытаться найти еще иуд, которые могут что угодно написать, оклеветать. И главная цель – мое устранение. Но я знаю, что не совершал никакого преступления и не пытался это делать. Наоборот, я боролся за качество асфальтирования дорог, за качество уборки города, против продажи водоканала. И вот сейчас меня за это прессуют. Потому что это огромные деньги, и кто-то их лишился. Желание вернуть многое вспять есть у моих политических соперников. Есть желание у них продолжать делать дороги некачественно, а деньги получать. Убирать город из рук вон плохо, но получать за это вознаграждение. Вот и поставлена задача убрать мэра любой ценой. Даже ценой провокации и подставы. За моей спиной могли совершать грязные поступки, подстрекать, плести всякие козни. Такое в жизни часто бывает, к сожалению. Но сам я работал честно и искренне. Уделял много времени хозяйству. Уделял много времени и работе в партии «Гражданская платформа». Такая работа велась ежедневно. И сейчас мы выходим на выборы и победим. Должна быть только честная конкуренция. Конкуренция на основе своих программ, встреч с избирателями, телевизионных дебатов. Это должны быть честные выборы, а не покупка голосов, вброс бюллетеней, запугивание конкурентов, давление на их семьи, устранение соперников с другими политическими взглядами в тюрьму и прочее. Это уже не выборы, это вакханалия и беспредел. Здесь, в тюрьме, остается огромное желание работать, желание к свободе. Здесь моя Брестская крепость и мой Сталинград. Верить, бороться, побеждать! Хранит вас Господь!